жареные рыбы уже не лезут, угостите себя и близких отличнейшей. Всем привет, с вами Лоферы. Сегодняшний мод поможет вам играть на музыкальных инструментах. Да, это именно так. Давайте я вам все покажу. Эти музыкальные инструменты вы можете скрафтить в кузнице в разделе «Разное» или же украсть их в коллегии бардов на втором этаже. Ну, тут уж как кому интересно. Так, давай, у нас есть тут три инструмента. Лютня, барабан и флейта. Давайте по очереди. Барабан. Наш персонаж достает барабан и начинает играть. Но, как вы видите, звука нет. А чтобы пошел звук, надо нажать кнопку 1, 2 или 3. Когда вы нажимаете кнопку 1, он выполняет одну из композиций Скайрима, то есть композиции одного из бардов. Как долго вы жмете эту кнопку, так долго он и будет ее играть. 2, это же другая композиция, и 3, еще одна. Чтобы прекратить играть, нажимаем пробел. Пробел. Дальше флейта. Достаем флейту. То же самое, нажимаем 1, он играет одну мелодию, 2 другую. 3 третью. 4, по-моему, даже есть здесь. Да, тут даже 4 мелодии. Но также вы можете играть сами, нажимая на стрелочки. Но я в музыке не разбираюсь, так что... ну, что-то да получилось. Нажимаем пробел, выбираем флейту. Так, достаем... Что у нас, лютни осталось? Достаем лютню. То же самое. 1. 2. Другая композиция, 3 другая. Также можно играть самому. В общем, этот мод нереально крутой, всем советую скачать и... В общем, с вами был Лофер, надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.